Да ну нафиг. Ты чё, друг, потерялся, что ли? Охренеть. В Ильинском медведь бегает по дороге. На трассе Ильинский-Чормас, что к северу от Перми, то есть в рубрике «У наших западных соседей по глобусу», было наглядно доказано, что в России медведи реально ходят по дорогам, что медведь – это символ России, хозяин тайги и очень умный зверь, и что убивать медведей все равно, что убивать детей. В общем, случилось вполне себе обыкновенное чудо. Крупный половозрелый медведь встал на задние лапы и пританцовывал возле дороги, очевидно, моля Homo sapiens помочь. Типа, дайте пожрать, люди добрые. Ну, для медведя встать на две лапы – это как для человека упасть на четыре. Ну, то есть встать на колени в молитве. Надолго. Ну, тот, кто вчера на праздник Пресвятой Троицы был в храмах на божественной литургии, а потом на трех коленно-преклоненных молитвах, тот в курсе. Как этот Мишка понял, что надо вставать на две косые лапы и за это дадут похавать? Ну, сложно сказать. Может, он раньше в цирке служил и был комиссован в лес. А может, это у бурых в крови. Ну, говорю же, чрезвычайно умный зверь. Кто-то скажет, да подумаешь, всего один медведь встал в полный рост, а выводы делаются на всю породу. Типа, выборка-то не репрезентативная? Ну, хорошо, будьте любезны, еще одно видео из цикла «В мире животных». Там же, у наших солено-ушастых соседей-пермяков. Два медвежонка, помельче и помоложе, первого тоже встали на задние лапы и попросили у автопилота похавать что-нибудь. Либо они дети той первой крупной особи, и родитель их так научил клянчить хлеб насущный. Ну, либо без вариантов, медведь очень умный зверь. Три из трех. Ну, а что вы еще хотели в продолжающийся до субботы праздник Пресвятой Троицы? Водителю подходите, к водителю подходите. Добрый день, причина остановки. Что у вас, рейд какой-либо, вам перехват, смотрю, всех останавливайте. Давайте договоримся, я вам печенюхи, еду дальше, добро? Давай. Не же тебе. На тебе, друг. На, не ругайтесь. Взятки всем дам. Все, не ругайтесь. Ну давайте. Доброй охоты вам, косолапые.